Друзья, всем доброе утро. Мы уже погуляли с Дашкой и решили сказать вам доброе утро. Погода сегодня у нас прекрасная. По всей видимости, будет дождь. Небо затягивает тучками. Вот такое небо даже могу вам показать. Потихонечку ползут. Дождя надо. Потому что земля уже сухая, поэтому надо, чтобы чуть-чуть промочила, так как мы смотрим по погоде, что все-таки наближается. Будет такой вот суточный дождик тихий. Вся природа ждет. Сегодня утром проснулась, вышла на улицу, как буквально когда-то лет 20 назад, прям пахнет морем. Может быть, в последнее время я в это не вникала и не слушала природу. А сейчас такой прелестный воздух. Ну и, конечно же, мы подготовились к летнему сезону. Вчера была жара. Поставили бассейн. Нашему бассейну более 7 лет. Раньше у нас были всякие надувные бассейны. Вот пока мы не узнали о каркасном. Бассейн у нас где-то 3 на где-то на 75 высоту, на 80 сантиметров, 3 метра в диаметре. Можно проплыть. Для лета прекрасный вариант. Мне нравится, скажу так, мне нравится. Имея частный сектор, я считаю, что вода, какая-нибудь бочка, бассейн, мини-бассейн, в крайнем случае ванночка с водой, но должна быть. К летнему сезону готовы. Ждем дождя. И черешни. Вот такие же черешни. Завязались не все. Видим, из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Короче, из 10 штук 2 завязалось. Ну, значит, будут неплохие. Здесь у нас тоже пучком где-то 10. 4 завязалось. Вот услышал друг, что я разговариваю, и бежит, мурлыкает. Он любит тоже поговорить. Да? Называется «А поговорить?» То есть, ну, Дашка. Прогнала. Наши черешни. Уже более 20 лет. Мы ее здесь реанимировали. Вот. Ну, пока есть плоды, пока мы ее не убираем.